Осёк. Хочу сделать снасть на амура. Сижу, не дает рыба. Клюет, клюет без остановки. Уже вытаскиваю то карасик, то вобла. Вот это похоже сазанчик. Возможно, даже крупный. Ой, что-то там зацеп, что ли, завел куда-то. Не понял. Похоже, затащил за коряшку за какую-то. Блин. Неужели неплохой клюнул? Куда он там мог затащить, непонятно. Уже не чувствуется рыба. Или нет, кто-то дергается там. Но это все уже, наверное, не достается. Ну все, вот. Наверное, крупный. Так утащил далеко. А может быть, на лодке попробовать выплыть? Сейчас дяде Толе скажу. Ну, подойдите поближе. Вы потихоньку подходите, не сразу, чтобы... Да нет, здесь караси клюют. Здесь их территория. Сейчас опять в корягу уйдет. Опять хорошая поклевка. Что, под так надо? Да, несите. Конечно. А, да у меня подсак. Пока снасти другие делаю, повытаскивал все закидушки, чтобы не бегать, то не могу собрать другие снасти. Единственное осталось, тоже клюнуло.
Ну, наверное, маленький, ага. Да ничего. Ой, ничего, блин. На утку готова, как раз. На утку классно. Или маленький? Да мелкий вообще какой. Какая с него уха. На уху хватит же уже там рыбы. Там один всего. Ну и две воблы жирные еще огромные. Что это? Хватит вам на уху. Да уху все равно вечером будем варить. Я еще к тому времени что-нибудь поймаем здоровое. Че не снял? Почему не снял? Снял, да? Конечно, такой поцелуй как не снять. Вы только приметились куда-то в странное место, его целовали. Нифига вы его там ушатали. Сумарил. Ага. Только попробуй еще клюнь у нас, блин. Да, сволочь, один и тот же клюет. Дядя Толя, блин, вчера приехали. Я не снимал. Ой, мы так насмеялись. Это просто капец какой-то. Вообще чуть не полопались от смеха. Не успел забросить. Здесь кто-то клюнул. Ничего себе, что это такое? Что там? Не знаю, что-то. Тоже завел куда-то, видать. Блин, что здесь? Все дно в корягах. Не, вон он тянет, но не вылазит. Но он под корягу под какую-то затаскивает. Ту ё-моё. И рыба сидит. Ну давай вытаскивай. Ну вот как так? Вроде бы здесь не цеплялось. И что, может на лодке? Давай. Отрывать неохота просто. Что, подплывать? Вы сами сможете? Подплыть, что ли? Да. Ну а что не сможете? Не, ну мало. Не, давайте я лучше с вами. Да отпускайте, конечно. Пусть плывет. Хоть корягу. Падла, блин, а? Хоть корягу достали. Я даже не успеваю отсюда отойти. По клевке. Одна за одной просто сазанчики здесь вот эти вот некрупные. Видать, их здесь полно плавает. Вообще не отойдешь. Я говорю, все повытаскивал снасти, чтобы сделать на амура там, на сама снасть сделал. Иначе просто не дадут они. Опять вот так же только забросил, поставил тут же поклевка. Ну хорошо, когда клюет. Однозначно лучше, чем без клевья.
хоть такая рыба, и то интересно. Время идет. Угу. Ремонт на ходу. Я вам говорил, меняйте мотор. Вечно она каркает, блин. Угу. Да, это видно было, что последние свои деньги дохаживает. Ну, новый мотор, блин, он вообще мало ходил. Ванька вообще нулевый брал. Тягу вот эту. Газ, где тросик. Тросик открутить. Да. Ну что, в общем, вернулись. Ох, ничего себе утянул. Прям в корягу. Вернулись, это мотор заглох вообще напрочь. Не хотел заводиться, там разбирали, продували. О, все, капец, утянул. Блин, лучше бы здесь был. Опять какой-то крупняк клюнул и утащил. Прям вообще за корягу утащил. За дерево туда, куда-то аж. Фига себе. Лучше бы здесь были. Я так понял, что дядя Толя перелил масло в бензин. Фу, мучились там. Хорошо, далеко не уплыли. Удалось как бы вернуться. Нифига он утащил. И лодки нет поплыть туда. Это все, наверное. Она вообще утащил за дерево туда. Ну, наверное, крупняк был. Вот это как раз таки был крупняк. Но меня здесь не было. Вообще под корягу ушел. Хорошая рыба, видать, была. Нифига себе, он вымотал. Там лески много. В общем, кое-как добрались обратно. Здесь то ли всегда в какие-то приключения попадаем такого плана. Ну все здесь похоже. Я говорю, и лодки нет даже вот туда проплыть. Ну рыбы уже нет, не шевелится никто. Вот это был крупняк 100%, столько протащить. Клев просто нереальный. Я вот только забрасываю и начинается сразу же. Сазана здесь полно. В основном мелкий только. Я думаю, амур тоже должен быть. Здесь, по-моему, тоже кто-то клевал. Может, кто-то сидит даже. Нет. Здесь крючок большой. Две кукурузины стоит. И уже всякая мелочь не может взять. Сейчас перезаброшу и опять начнется беготня. За поклевками. Один за одним. Что-то мелкое клюнуло. Дядя Толя запустил мотор. Там бензин слил. С машины. Чуть-чуть свеженького. Ага. Ну, с этой лодкой так намучился, что, если честно. А, и мы же поставили эти поставушки на амура. Парочку я сделал. Попозже надо поплыть, посмотреть. Может быть, там и амурчик попался уже.
куда-то больше плавать я что-то не рискую. Только вверх, чтобы потом, если что, на веслах сюда приплыть. Что мы же хотели уже вниз уплыть, туда жереха половить на косу. Поплыли. Хорошо здесь недалеко, не так далеко. Мотор заглох. Все. Дядя Толя, сейчас заведем. Я говорю, ага, заведем. Давайте, я говорю, пока не поздно, я хоть до берега догребу. Хорошо, что вот там еще чуть дальше, и все, там протока. Ну, уже никак не доберешься до туда. Только переплывать надо с острова. Повезло, что до берега доплыли, а там уже он приехал. Через кушары все носили в машину. Сазанчик. Крупняк мы прозевали весь. Мелкий так не утаскивает, поэтому его легче. Смотрите, какие красные плавники. А, новое поколение на речке у нас растет. Кстати, клев чуть прекратился. Это вот первый за долгое время клюнул. Днем так один за одним дербанили. Сазанчик, видать. Блин, сейчас закидушку соберет. А, зацепил. Да блин, в корягу. Нифига себе. О, какой. Ну, этот хоть более-менее нормальный. Такой посерьезнее уже. Пока вот такими только наслаждаться особями. Я же сказал, я вам поймаю нормальную рыбу. О, все, свалил. Сейчас буду перезабрасывать. Что-нибудь, может быть, клюнет посерьезней. Да, дядя Толя? Вот если бы мы не плавали... Да, на веслах особенно. Ага. Вот этого мы бы поймали 100%. По кухарам, блин, потом таскали лодку с мотором. Ну. Если бы еще дядя Толя рыбачил, вообще было бы неплохо. Ой, кто бы говорил, а? А я что бы говорил? Я-то рыбачу. Рыбак офигенный.
Все, говорит, я двигатель сделал. Он в полпинках завелся. Ну, завелся, да? Вот и все. Сплавали мы за Амурами. Ой, блин. Он меня заставил опять лодку качать. Мотор носить туда-сюда. И теперь завести опять. Да все, не мучайтесь, не заведется он. Хана движку. Опять свечу маслом накидала и все. О! О! Чё такое? Газ заклинил, что ли? Ай, блин. Чё-то вы намутили там с карбюратором. Непонятное. Тросик, посмотрите, хорошо там цепь держится. Нормально. Ой, блин. Короче, все. Че, как сплавали? Офигенно. Опять мне все переносить, да теперь в обратную сторону. Фу. Ну что там, поехали? Сандалии одели. Что, быстро мы сплавали? Вот смотри. Вот здесь видишь, сколько масла? Ну. Здесь вот еще чуть-чуть добавить, не так много. Ванька тогда, о, что-то у тебя масла мало и добавил. Ну мы же ездили, нормально было. Ну. Да перелили вы масло, я говорю же. Поэтому мы заглохли, я таскал мотор, лодку через кушары. Все по вашей вине. А, по моей. Вы не хотите у меня прощения попросить? Ищите. Прощения ищите. Чего бы тебя отоварить? Блин. Забирай. Можно, да? Да. Клёв прекратился что-то. Так, нет-нет. Днем вообще был бешеный. Одна за одной. Только успевал бегать. А теперь тишина. Караси всегда сваливаются почему-то. Ага. А он, наверное, полностью не заглатывает. Я не знаю. Может быть, крючок большой, поэтому...
Хотя здесь... пасть-то побольше, да? Блин, кукурузу не взял. Или не будем закидывать? Давай закинем. Ее как-то, Дима, по-особому варишь или что? Как ты варишь, расскажи. С бубнами. С кем? С бубнами. Что такое бубны? Что такое бубны? Вам ли не знать, что такое бубны? Что за бубны, я не понял. Ну, это ритуал нужен, чтобы... А, ну с бубнами. Да. Чтоб рыба хорошо ловилась. Да, типа того. Так, а ты что, шаман, блядь? Вам смешно, но сами видите же, как рыба клюет. Ты шаман? Одна за одной. Ну ты торгуй такой кукурузой, ты что, у тебя будет в лед уходить? Кукуруза с бубнами. Да. Бубенная кукуруза. Бубновая кукуруза. Бубновая. Это уже не подарок, как что-нибудь. Кукуруза с бубном. Я, короче, не буду я ничего кормить, все надоело. Надо сегодня отдохнуть. И так умотались, капец. Сейчас прикиньте, как клев попрет опять. Ну ничего. И опять надо бегать туда-сюда. Я с тобой буду. Вы что, все, отоспались, да? Да. Угу. Я с тобой буду. Вы-то лодку не носили, конечно, вам проще. Да ладно. Ну давайте. Охота присесть уже. Нет, карась упал. Слушай, говорю, ты как кукурузу варишь, говорит, что у тебя клюет-то нет, с бубнами, говорю. Все, всем рассказывайте теперь, как я это делаю. Сегодня все время на первую клювала, только закинешь, карасик сначала, потом... Только перекинул, дошел до машины до твоей, бах, сажал меня. Не успел забежать. Ну, такой нормальный. Да, вообще нормальный. Да уж лучше, чем никакого вообще. Логично. Да ты у нас мастерый, блин. Ему по 5, по десятке подавается за ногу. А ты видел? Какой? Ну ты последнее видео смотрел. Где я сазанов ловил? Да, вот такой. Офигеть. Вот бы вы его съели, да? Не, я бы не стал его есть. Почему? А он в озере они услышали, что я это рассказал? Нет! Так бы вы его заточили и не заметили бы. Сынок, кто рассказал мне? Я что, первый раз на рыбалке, что ли? Ну, до меня я не видел, чтобы рыбу когда-то отпускали. Так что не надо мне сочинять. Да нет, с озера я вообще не ем. Конечно. Сразу тиной воняет. Нет, сразу варю. Конечно. И сколько по времени примерно? Пока не сварится. А бубны какие у тебя? Фирма Yamaha? Из специального дерева сделанные. Из специального? Угу. А из мастевого дерева. Поэтому у меня рыба так клюет хорошо. А он большой по размерам? Кто? Бубен. Там тоже размер влияет? Примерно с ваш. Еще их два. Спаренные. Да что вы в меня вцепились? Боитесь упасть, что ли? Блин. Идите, мойте свою лодку неудачную. Ага. Я два дня таскаю, сил нет никаких. Ой, блин. Говорю ему, продай мотор. Купи нормальный, на котором сел и поехал. Нет, он эту тарахтелку мучил, пока она не сдохла вообще по пути. Ты накаркал, блин. Возможно. Возможно, а точно. Может, быстрее нормальный возьмете. Все, идите, занимайтесь. Я вам сазана сейчас поймаю, чтобы вы домой забрали огромного.
Огромного? Угу. Ты заказал? Угу. Что заснять? Ничего себе! А как? Это вы сами придумали? Нет, Алиэкспресс. Да? Вон кнопка стоит, открываешь. Капец. А что, закажи себе такое? А что, вы так часто ночью сюда лазите? Ну, утром в гараже темно, там света нету. И что? Масло проверяю, уровень. А что, масло кушает? Нет, сейчас перестала. Я ну, а что его тогда проверять? Что-то это стало уходить. Антифриз? Mm-hmm. Да. Прокладка плохая. Закрой капот, нам еще домой ехать. Да, ну его нахуй. Уйди отсюда, а! Боитесь, сглажу? Я ж ничего плохого не говорю. Ты уже говоришь, надо машину менять, блин. Тут сейчас хер доедем, блин. Хорошо, у меня веревка есть. Будешь тащить меня. Пешком? Пересел в другое место, вот где закидушки стоят. А здесь, оказывается, вот карасики поклевывают. А там я перекормил, в общем, так по-серьезному. Ой, ё-моё, недолёт. Да блин, спрыгивай. Все дела, а клёва нет вообще почему-то. Поначалу какая-то мелочь клевала, потом перестала. Буду здесь сидеть ловить. Вобла подтянулась, пока мелкая. Жду, сижу, когда клев начнется. О, наконец-то дождался. Стоять, опять в корягу пошел. Да, чуть прозеваешь. Все. Ушел. Но может сейчас начнется все-таки клев, кто знает. Пойдет. Да.
такой крупный. Давай спрыгивай. Не спрыгнет сам. Надо помогать. Приехали искать наши эти поставушки на Амура, которые вчера здесь на лодке расставляли. Ну вот здесь на этом дереве она была, но что-то я ее не вижу. А нет, вон она есть. Повезло. Где я здесь привязал? Сейчас посмотрим, хотя бы кушал, нет он там. Не, не трогал даже. Целый. Здесь что-то весь раз... А нет, вот здесь была поклевка. Правда, он только начал, видать, его дербанить. И что-то его спугнуло. А может, кстати, и это зацеплялся, потому что крючок освобожденный. Вот здесь была поклевка, 100%. Вот он чуть-чуть прикусил. Ну, чуть-чуть прям. Он, видать, только начал жевать, укололся и свалил. Здесь закидушка давно стоит и подходил сюда. Ой, блин. Сам на берег вылез. Ушел. Вообще не слышал поклевку. Все, опять под дерево. Ну ё-моё! Не слышал поклевку. Сидел там, обедал. Все полностью, всю катушку вымотал. Не, это все. Почему я не слышал? Вроде бы недалеко сидим. Не, сейчас до дерева дойдет и все. Встанет. А может и выведет. Да, вот так вот. Не знаю, что там. Что-то большое. Но он всю катушку вымотал. Он туда дальше дерево утащил. Может, выйдет сейчас. Но там коряга вон лежит все равно. Надо, чтобы еще над корягой как-то прошел. Что-то идет. Надо быстрее, что ли, тащить. Все, коряга. Над корягой проходит, посмотрите. О, а что так легко стало? А нет, что-то нифига не легко. На корягу, да, попал?
Все, до коряги да дошло. Но рыбы там уже нет, все, наверное. Да? Ой, ё-моё, блин. Опять прозевали мы, дядя Толя. Рыбу вашей мечты. Ну что-то шло тяжело прям. Не, уже рыбы нет точно. А вот зацеп есть. Ай, ё-моё. Да. А. Все из-за вас. Кушать, кушать пойдем. Да. Сидел же я там рядом. Блин, обидно. Ну что, в общем, все. Отрыбачились мы с дядей Толей. Провели там 2 дня, считай, полных. Всего, конечно, не снимал там, блин. Ну, рыба хорошо клевала просто во второй день. Там прям буквально вообще не отходил от этих закидушек. По итогу самый крупняк, который клевал, мы весь упустили. Половину то, что мы плавали на лодке туда-сюда, половину так почему-то не слышали. Когда мелкие карасики клюют, слышно хорошо, бежим там скорее. А вот крупняк просто берет, видать, утаскивает. И там этот бубенчик даже не звенит почему-то, не знаю. В общем, пообрывал снастей тоже кучу. Дно там коряжник. Буквально чуть прозевал, все, сазанчик занырнул. И снасти считай, что нет у тебя. А так нормально отдохнули, в принципе. Ну, с дядей Толей это, конечно, камеди клаб полнейший. Посмеялись. Отдохнули от души. Так что еще чуть-чуть есть планы. Кое-куда поехать. Посмотрим, когда там дядя Толя освободится. Поедем на еще одну очень интересную рыбалку. Ну и все, пожалуй, на этом. Увидимся в следующем видео. Тоже есть как бы планы интересные, куда можно съездить. Так что увидимся. Все. Всем пока-пока. Мы домой.